АТР – важливий канал для всього Криму, який мовить не тільки про окупований півострів, а й про Україну та весь світ. Так, член виконкому Всесвітнього конгресу кримських татар Зівджет Куртуміров підтримав телеканал у своєму відеозверненні. Україна показує своє справжнє обличчя. Блокуючи фінансування, АТР вважає ветеран кримсько-татарського національного руху Курцій Абдулаєв. На думку ще одного ветерана Зудія Салієвої, жоден український телеканал не показує життя в окупованому Криму, як це робить АТР. Для населения Крыма это самый важный канал, который доносит все новости, происходящие не только в Крыму, но и в Украине, но и во всем мире в вопросах обустройства, возвращения, защиты прав крымско-татарского народа, защиты его национальных интересов, над тем, как происходят репрессии против крымско-татарского народа. Вот те действия, которые сегодня предпринимают против нашего крымско-татарского канала АТР, это показывает лицо государства, которое не хочет решать наши проблемы. Сегодня не решены проблемы статуса нашего народа. Сегодня нет того договора между украинцами и крымскими татарами. Сегодня буквально у власти больше находится пророссийски настроенных лиц. Ни один украинский канал не показывает, не транслирует, как АТР по поводу Крыма. И наше судебное заседание, и вообще жизни в оккупационном Крыму. Но я еще бы хотела обратить внимание вот этому первому нашему президенту Кравчуку, Кучме, Порошенко, Зеленскому. Повернитесь лицом к крымско-татарскому народу. Общайтесь с лидерами с нашего народа. И мы бы не оказались в этой ситуации, в которой сейчас мы находимся. Проукраїнські ЗМІ повинні бути підтримані, проросійські закриті.